Всем привет! Сегодня посмотрим автомобильчик Renault Kangoo. Просили такой автомобиль показать. Вот, выбрал я такой автомобиль. Думаю, стоит на него посмотреть. Сейчас обойдем. Посмотрим. Капот так открою. Все. Да. Да. Посмотрим, спрашивают, надо ли, не надо ключи. Хороший цвет. Так. Две двери. Походу оригинальный пассажир. Сзади ляда. Очень удобно. Не будет вам не тарабанить ничего. Посмотрим. Гаврил открыл. Сейчас открытый или нет. Открытый. Сейчас откроем. Раз мы уже тут, посмотрим. Сиденье с лифтом. Хорошо выбрасываются двери. 165 тысяч пробег. Кондиционер, походу, есть. Кнопка кондиционера, но стерта. Закрою двери. Посмотрим. 66 киловатт. Хороший двигатель 1.5. Так, 12-й год. Пробег 165. Кондиционер. Навигация. Навигация. Плохо, что не взял ключ у владельца. Центральный замок. Электрозеркала. Только пригнан. Цена 9700 и номер телефона, номера. Так, видно, что уже модель поновее, есть USB выход, есть магнитоли пульт, руль в оригинальном состоянии, ничего не зашивали. Сейчас выйду, посмотрим мультируль. Регулировки на руле. Сиденье никто особо не готовил. Как есть, так и есть. Так, вот такой вид имеет оригинальный пассажир. Потолок. Это не переделки наши, венецкие, бердичевские. Отличается полностью салон автомобиля. Вот пол, не так, как делают деревянный ровный пол. Тут все родные коврики. Вот. Даже есть, не знаю, под что это, наверное, прятать деньги. Такого не видел еще. Под углом пол. Конечно, отличается, потому что у меня сосед купил, переделали, забыл открыть багажник. Это боковая дверь по замкам. Видно, что эксплуатировалась хорошо. Также тут есть подголовнички. Вот так выглядят оригинальные сиденья. Это сиденье регулируемое просто. Полностью защита. По ходу едет он намного тише, как автомобиль. Не знаю, открыл, не открыл. Хотелось посмотреть багажный отсек. Стеклоподъемнички. Такой вот автомобиль. Рейлинги стоят. Не знаю, спрашивать надо. Смотрят автомобиль соседний. По стеклам
12-й год. Вот двоечка стоит. Потому что обычно у нас цифры немножко отличаются. Есть мелкие царапинки, но такое это, как у всех автомобилей. Я думаю, стоит посмотреть этот автомобиль, если вы хотите оригинальный пассажир. Так что...